Друзья, у кого из вас есть коты? А не ловили себя на том, что вот иногда кот на вас как-то подозрительно смотрит? И вот не понимая, что у него в голове, есть такое? Царапин, вот и туда я покупал кустяшки, как был магазин. Чесал тебя за ушко, целовал глазик, когда мама хотела тебя кастрировать. Лёг косни, чтоб твои яйца стоять. Мы бегали с тобой по дому, каникулы кота Егора. Читал тебя слух, а ты не понимал. Ты спал в моих ногах и чё ты там журчал. Я думал, так всегда будет, но как-то раз вышел из подъезда, а там два мента. Говорят, братан, вот такой финал. Едешь на тюрьму, и твой кот тебя сдал. Подпинтованный кот.